все изменилось. Благодаря нему я обрела дом, который мне куда роднее, чем дом в реальном мире. Асуна. Так ее зовут. Your soul, I'm not sorry for what will come, what you don't know. Hold your breath, dim the lights, I won't say you're safe this time. Here and now you're mine tonight. Пришел, как и планировали. Я просто задумалась. И вас, привет, Кирита. Будь внимательней. Привет, Асуна. Ты ведь хороший человек, Кирита. Когда-то довольно давно, уже больше года назад, я вступил в гильдию. Она была совсем небольшой, шестеро человек, считая со мной. Мы называли себя «Черные коты полнолуния». Конечно, я помню тот день. Правда? Естественно. Две прекрасные цветущие девушки. О да, просто изумительно. Зачем ты мне мешаешь, дядюшка? Я думаю, она посланница врагов. А я так не думаю. Я чуть было не помер в бою раньше времени. Все, что спасло меня от смерти, вмешательство этой юной. Только не злись. И, быть может, не пойдешь на босса, а останешься здесь. Почему такой вопрос? Просто в антикристальной зоне может случиться что угодно. Кто ты? Ладно, мы пошли.